Итого, беспилотник над башкой, голову хрен высунешь, миномет ложится с одной и той же точки, ответки как не было, так и нет. Помощи, где эти все колонны, тоже непонятно. Чем же сдерживать? Ну, автомат есть. Итого, есть автомат, есть второй рожок. Третий рожок. Еще выход. Где ответка, блядь? И четвертый рожок еще есть. Чтоб я не врал. Больше нету. Нихуя. Все. Все пустое. Сдержите, пацаны. Держите оборону, блядь. Не дай бог отойдете всех под трибунал, блядь. Того патроны ЛПСки, блядь, обычные. Пятерочка, блядь. Которая, кстати, хуй прошибает эту, блядь, плиту укропскую. Чего у нас тут еще? Ага, ну тут трассер забит, это добивали остатками. Так. Чего тут? ЛПС-очка. Ну, вроде бы как еще бронебоечка затесалась тут одна, да? И здесь у нас что? И здесь у нас ЛПС-очка, пятерочка. А, кстати, на сколько это минут боя? Минут на 10, наверное, да? Что же, когда тебя кроют минометы и птички, блядь? Ну, выстреляешь полрожка куда-нибудь. Максимум. Вот. Пока снимаю. Где? Еще один пролет. Где ответка, блядь? Вот так вот и держите, пацаны, оборону, блядь. Ни техники, ни хуя.